Собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.farm. Здесь минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. loot.farm. С нами красивее. Сам обменивал, все надежно. Suicide Squad! Attack! Сейчас вы увидите супер жесткую катку, очень давно таких не было. Фулл концентрация за дабл ПТС, поехали. Посмотрим, что здесь будет, если не мы такой контрпик, я дабл рейдну, наверное. У нас хороший драфт. У нас не жадно, можем драться, да, это Бейн. Бейн, Луна, этот фарм, этот мид, видимо, шторм медал. Надо подумать со штормом, как правильнее поступить. Против него очень тяжело каэсить, очень тяжело каэсить. У меня вопрос, как на одном персонаже не надоест играть. Ну, если тебе что-то нравится, как это может надоесть? Ты, я не знаю, любишь вкусно покушать? Тебе надоедает вкусно кушать? Нет? Так, а в чем да вопрос? Один тангус, это, конечно, скромненько, скромненько. Поехали. Сейчас отыграем обратно. Две последние котелы. Со штормом, по прошлой кат, какие выводы могу сделать? Герой хочет фармить. У них нет героев против меня. Я, возможно, сейчас пойду просто в классику. Пойду в классику, постараюсь вынести себе уровень. Это Эмбер 4, Лунокор. Постараюсь вынести себе слоты и от этого уже играть. То есть моя задача постоянно уходить на стаки, если не камбэкну. Моя задача... играть по классике через мины. Угу. Так и запишу. Ну и бластом буду постоянно скидывать себе РНЖ, хилиться, то есть через фласки закупаю себе опыт, можно сказать. Если бы он посильнее прокрашен был, я бы, конечно, включился в процесс, а так это... слишком неблагодарное занятие получается. Мне вот для этого ландшафта... найти бы точку, где надо крипов блокать. Друзья, каждый день мне пишет ВКонтакте около 50 человек в течение дня. Извините, пожалуйста, у меня настолько забита личка, я не имею возможности физически на эти сообщения отвечать. У меня уже более 2000 непрочитанных сообщений, и дальше будет только хуже. Я пока не имею возможности, извините. Наверное, даже лучше не пишите, потому что ответа, скорее всего, не будет. И такое бывает. Также я напоминаю, что уже послезавтра, 14 числа, стартует Омега Лига. Я это буду анализировать на исход, как это было полгода, год назад. То, что вам очень нравилось. Поэтому по ссылке в описании залетайте в мой телеграм-канал, где я буду дублировать свою аналитику на исход. И ждем турнира. Играть будут Na'Vi, VP, OG, и это все только в первый день. Также у меня в планах запустить, ну, реанимировать, точнее, Травман Лайв, где я буду выкладывать нарезки игр. Да, может быть, не таких сочных, как здесь, но это будут нарезки, яркие самые моменты, самые сочные с трансляцией. Пишите, пожалуйста, в комментариях, было бы вам интересно на такое посмотреть. Скорее всего, запущу в любом случае, но все равно важно узнать ваше мнение, насколько это интересно. Продолжаем трейдить. Хитпоинт на... экспу. Я, конечно, не проверял, но может там гаремы стоят. Голема. Классно, я слил две минки, конечно. Ладно. Как говорится, первый блинком. Вообще, самое правильное, вот в матчапе против Шторма, Имбиря, вот Спирит, таких сильных лейнеров против Течеса, самое оптимальное это просто стакать себе, и тогда пусть даже противник забирает что-то. Если секьюрить ренджа бластом, никогда не просядешь по опыту на дистанцию. Так, снова будем стакать.
а на рубеже там 4, 5, 6 минуты мидер противника еще и начинает спушивать постоянно линию, чтобы фармить лес успевать. И тогда Тетрис вообще становится full free farm, потому что он тоже лес забирает, он тоже линию забирает. И получается, что по XP можно даже выйти на первое место относительно противника. Шторм 4, но у меня здесь много. У меня есть уже очень много. То есть он линию толкает, сам начинает дверь фармить. Это очень круто для меня. У меня есть вард на... Также забавное наблюдение после ролика последнего насчет Изи 25. Прошники активизировались некоторые и начали находить оправдание себе, почему они говорят в том, что у меня аккаунт выше моих родных ПТСов, и я поэтому руине игры. Хотя полгода назад, когда у меня было 7800 на аккаунте, почти 8к на моей основе, и я их взрывал, они горели совершенно не по этой причине. Очередной пример лицемерия. Но ролик, конечно, я этому посвящать уже не буду. У Тетриса есть козырь, на котором обычно не знают, не готовы к этому мидеры противника. Это нереально большая броня и, соответственно, неожиданно большая танковость к таким вот нападениям. Поэтому всегда имеет смысл бороться до последнего. Четвертый. И байтить противника на смерть. Окей, ребята. Окей. Под арканы под домин поставлю. Вот сюда идет ко мне. Что ты делаешь? Он не может это запарнуть, потому что там стоит. Но он пытается. До свидания. Move out. До свидания. До свидания, ребята, до свидания. Также, друзья, я вам бесконечно всем признателен за комментарии, которые вы оставляете. Я их все читаю, не сомневайтесь. Очень много было вопросов под прошлым роликом. Почему не слышно музыку со стрима? Друзья, музыку со стрима не слышно и никогда не будет слышно, потому что авторские права. Авторские права на YouTube штука очень жесткая, да, если я буду вставлять такую музыку, то я с YouTube вообще никакого абсолютно дохода получать не буду, потому что монетизацию мне отключат за использование чужих композиций. Поэтому я стараюсь вам ставить что-то такое веселенькое, то есть да, вот в этой карточке, например, я не забыл и выключил музыку доты, так что могу вам поставить что-то такое релаксирующее, расслабляющее. В начале ролика вы слышали Рамштайн, но это музыка, которую я включал, как бы не мне донатили, да, я сам ее включал в перерывах между играми, я ее в принципе не могу вырезать, и мне там приходится супер мелко нарезать, чтобы ее не нашли, и то не факт, что ее не найдут. То есть я перед этим перерендериваю, отправляю там на предпроверку и на YouTube. Короче, это все очень сложно заморочено, поэтому... Правда, проще так, я понимаю, что погружение в атмосферу лучше, да, если музыку на стриме слышно, но сделать я этого не могу, извини. Как вы могли заметить, в этой катке я очень сосредоточен, я очень потею. Почему? Потому что, во-первых, дабл рейтинг, а во-вторых, я перед этим слил две первые катки на стриме и, в общем, решил для себя, да, что либо я сейчас третью проигрываю, либо я ее дабл рейчу и выигрываю. Таким образом, полностью камбэкнул два обидных лоза поначалу, и у меня супер мотивация. Ноль отвлечения, макс концентрация.
Я-то вижу. Клари тебе не хочет играть пока что. Штраф топ. Шторм сюда пройдет, будет неприятно. Ну, он далеко. Луна пролетела. Мана немного не хватает. До свидания. Шторм ботом кайфу. Your bottom tower is under attack. Their top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Better get there before the Ничего себе, их там много в боте. Your bottom tower is under attack. Can you drop this one for me, please? Your bottom tower is under attack. Cheer up. Could be worse. Your bottom tower is under attack. Your bottom tower has fallen. Generation. Radiant's courier has been slain. And set. Yeah, I got it. Hope this works. Так и есть, я вижу. Привет! Спасибо большое за поддержку. Спасибо. Тимур, ну вот что мне сделать, чтобы ты согласился меня потренировать? Хорошо, я оставлю свою ссылку https://t.me/oleg_0_7. Если вдруг каким-то образом надумаешь и согласишься, то я всегда готов. Спасибо большое, спасибо. Хорошо, не вопрос. В таком формате не вопрос. Зря прыгал, получается. Блин, там хотел за левой идти что-то. Ты
Vengeance. Your middle tower is under attack. Привет! Спасибо большое за поддержку. Прошлое сообщение я сказал на будущее. А за это выражение обидно. Другое дело, что проигрок тогда согласился. В нашей стране и так достается все самые лучшие богатым, именитым, знаменитым людям. Ну, это очень странный на самом деле вывод. Проигрок — это человек, который достиг нереальных высот в игре, которую я люблю. Соответственно, если я с ним работаю вместе, мне самому это безумно приятно. Не потому, что он знаменитый и богатый. И тем более он таким не родился, он это заработал, он этого добился. То есть, перевирать не надо как-то. Переворачивать. Let's get it out. Бэк. Под 12 лучше. Ран ботом. Джаггер, ран ботом. Ботом майнс, ботом. Так, смоки, наверное. Да стрик обидно. 689 он за меня получил. Ну ладно. Типа я не мог этого избежать. А, и Джаггер, кстати, не засейвил. Слушайте, а что ему до сих пор так много до этого? ДБФа? Не, я купил бы его, хорошо. Тогда окей. Ой, на секунд фейн. Хотел бы я, наверное, куда-то в бот сместиться сейчас. Есть кого-то? Типа там все должно быть в вижене сейчас. А в боте нет. А в боте не должно быть вижене. 7 секунд, есть, попью. Как пит-стоп, знаете, у гонщиков. По сути, это мне не надо, но... Больше мне нечего брать, по сути. Поэтому... Так, если неудачно вышел, конечно, под них получилось. Так себе. We're going.
Луна прямо здесь, подо мной. Парни, как же вы играете? Ё-моё, как курица лапой, ну честное слово. Гриб забрались, прикольно. Шторм там качается где-то. Наверное, на базу. Они сейчас в боте все поиграли. Мне от них надо, наверное, вверх двигаться. Мат в процессе. Mines left of you, mines left of you, mines to the left of you, mines to the left, left, left. Outpost, outpost, mines. Mines outpost, bait them here, bait them here. Run here, outpost. Сейчас джекер ворвется. Отличная демонстрация моего мастерства. Говоришь, ты бездушный. Смешно. Бездушный соливар на минёре. Он на мине взорвался? Как ты еще этот нарыл? Сюда. Сюда. I'm coming. Wait for me like 30 seconds. Then we go Russian when I get there a couple mines. Сюда. Это река, нет, это моя основа. Это 7300. Let's go Russian. Let's go Russian, guys. We're very strong. They can't come. Hey, I'm gonna go Russian. We don't need to kill anyone. We just go Russian. Go Russian, go Russian. They can't go in. If they go, they die. Bottom tower is under attack. Your middle tower is under attack. So many flames. He's not alone, on Amber. Radiant structures are fireproof. Your middle tower is under attack. This has fallen to the radiant. Парни, парни, не солидно. No, too deep, too deep. You sure? Quit arguing. Set. Silence, storm silence. They will grip.
Вот Лайт Панга. Нет, нет, вижу здесь. Очень необычно. Репортер Текис, понимаю. Осуждаю такой подход. Your top tower is under attack. You know what comes next, right? Explosions. Ах, из смока вышли на меня. На минах надо было стоять. Хотя, не знаю, не хватило бы все равно. Сильно. В этот раз даже годок не дали набрать. Нехорошие редиски. Он ошибается. Настоящая же, да? Аганим собирает, интересно. Ведра на этом. Где? There is ops here, just saying. Ведра тоже. От рутов хотят защититься все. Не, так можно быстрее уходить движениями. Быть юрист топ передвижение. Шало. Привет. Спасибо большое за поддержку. Тимур, я оставил свою ссылку. Если что. Если что. Надеюсь на положительный ответ в будущем. Ты – единственный стример, за которым я наблюдаю. Удачи тебе и чатику тоже. Пошел поднимать ММР. Большое спасибо, большое спасибо. Очень приятно, что ты следишь за моим творчеством так пристально. Я, опять же, ничего обещать не могу. Ссылку ты оставил, спасибо. Пока мне это, я сказал, неинтересно. Если станет интересным, окей. Я знаю, кто очень заинтересован. Занимать Гохай раунд, we need to show Warren. The enemy's top tower has fallen. Your bottom tower is under attack. Can you keep it? No, don't overextend. Don't. They have ops here, we know it. They have ops here, we know it. Push middle. Можно мне увидеть соло на штабе? Наверное, нет.
Да в смысле, а где я в этот раз потерял? Где я потерял свой телепорт? Саппорты подставились, погибли. Finish the tower and wait for an extortion, my people, I guess. 30 секунд было, конечно, побить можно было в тюрьме, но... Дабл дамедж мне не интересно. We can go push. No Lona, go. Middle guys, all together. Let me use pipe on the creeps. It's okay, Opush. Creeps are coming. Stay on mines, Jagger, stay on mines. You're safe on mines, stay on mines. Just push on mines, okay? They can't kill you, melee. You can back. Get back, we'll wait for Russian now. Don't farm there, please. Too dangerous. You can't die now. I need charm. Give me charm. Do you want that? I want charm. Do you want that? Take this or I can use it. I want charm. We can go push, no storm. Go push, guys. Go push, no storm. We have mines inside here. Right now we all together go push again. We have mines, there is no storm, they can't fight us here, okay? They can't creep skip also. With this pack we should go push. Думаю, должны брать эту катку сейчас. Травыч забыл, что это не 2К, на всякий случай размотал всю карту. Пос. Но он же не ливнет. Я просто в такие моменты ко всему готов, когда вот так каточку размусоливаешь, а потом парень просто там, да, ливает или что-нибудь такое. И рух. Не в сети пока что. This is money of my life. О, вернулся. Guys, go push. Панго will TP on the outpost. Just get objective. Just push around. Get back. It's okay. We'll wait next Russian, then we. Я почти 25. Где купил вот эту штуку? Еще 40 секунд есть, пока эта штука стоит.
Тот типа, может, заберу. Может, двоих заберу сейчас. Двадцать пятый. А если зачем он шторм? Не такил шторм. Я джаман шторм. Wait for Roshan. Rosh is up. Go Roshan. Storm is all alone. Do we have like Rubik to catch him? Хорошо. Нормально 60 секунд, спокойно пойдем кушать сейчас. Roshan has fallen to the Radiant. Можно не волноваться. Let's go bottom. I don't know. We can't get there before Storm is spawned anyway. So just go bottom. Get tier 2. Get tier 2 like this, capture this one and go. Хексаран куплю. Настоящая. Знак у меня будет, когда нафига будем подниматься. Меня с собой повезу. No, 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 no. I guess we can switch it on the combat. Ember is creep skipping. But it doesn't matter, we have creep skip. The Dire have reinforced their structures. Looks like Radiant closed the blast doors. Your top tower is under attack. Is it fireproof? We'll see. Your top tower is under attack. The enemy's bottom tower has fallen. Your top fallen. Tower has fallen. Спушили, он встает, все выкнулись. Get back a little bit, wait for me, wait for me. Look at this, look at this, look at this, look at this, punish them. They're too deep.
Legion самый лучший. Let's go top now. Сейчас пушит трон. Заходи у нас. Ну ладно, если не ряды. Это с его бы сделать, я так и last fight. Play team, good job. Двадцать девять двадцать восемь. Понимаю. Easy double PTS. Easy double PTS. Не, 29 я, по-моему, давно не делал, на самом деле. По-моему, 29 я давно не делал. По-моему, забавно получилось. 49 тысяч урона. 6 лун, 7 штормов, 11 имбирей. А, так. Всех по-легкому. Понемножечку прошелся. Причем, посмотрите, вот, учитывая всю вообще вот эту соляру, посмотрите, как исполнялась все равно моя команда. У нас вот такой вот шанс на победу. Ну, типа, разве серьезный подход? По-моему, не очень. Так, окей. Окей. Переезжаем вот сюда. Для тех, кому непонятно, почему у меня на основе 330 ранг, из-за того, что я играю попеременно всегда то американский, то европейский сервер, меня иногда перекалибровывает на ММР Америки. Такое происходит, когда за последние 20 игр большинство сыграно на американском сервере. И для Америки мои ПТС это 7300, это 330 ранг, да, для Европы это где-то 900 ранг. Поэтому происходят вот такие претурбации. Спасибо всем большое за просмотр, надеюсь на ваши лайки, комментарии, не забывайте проверить, подписаны ли вы на канал. Жду вас снова завтра в 7 утра. Всем спасибо, всем пока.